Итак, всем огромный привет. Сегодня праздник, день Конституции в Корее, и у мужа выходной. Ой, ой, как нас шатает. Наш день начался с поездки к родителям, ну, к месту захоронения родителей. Поздоровались с ним, согласно всем традициям. Наелась я каких-то ягод придорожных, надеюсь, живот не скрутит. И теперь мы продолжаем наше путешествие. Поехали вместе с нами. Мы для сегодняшней поездки арендовали машину, потому что родители захоронены в деревне, и автобусы туда не ходят. Это Hyundai. Кстати, в России ее многие называют Hyundai, но в Корее это и есть родина Hyundai. Hyundai называют Hyundai, да, то есть все-таки это Hyundai. Так, мы сейчас приехали в парк погулять, насладиться, так сказать, прекрасными видами. Планы наши сегодня срываются, ну хоть что-нибудь посмотрим. Это цикады так стрекочут. Сейчас найдем какое-нибудь место в теньке, чтобы перекусить. Потому что утром не завтракали практически. Кофе попили. И все. Вон лавочка возле воды. Да, думаю, здесь сядем. Так, какой у нас будет вид? Вот такой вот у нас будет вид. Вид на такое маленькое болотце, мостик и деревья. А позади вот такая вот традиционная, назовем ее беседочка, корейская беседочка. Так, это мы купили себе перекус. Два таких треугольничка, в общем, с начинкой. Это чамчи майонеджи называется. Такой треугольничек водоросли, завернутый с тунцом консервированным и майонезом. И с рисом, естественно. Главный ингредиент тут рис. А это с говядиной, тоже такой треугольничек, рисовый, завернутый в водоросли. Достаточно популярный тут перекус. Правда, дороговато. Ну, в смысле, я видела подешевле. А так для Кореи цена 1400, и это совсем недорого. Так, сейчас доверим эксперту дегустацию. Боже мой, такие громкие эти цикады, оглохнуть можно. И настырные такие, к нам недавно одна залетела на веранду, как разверещалась, и мы никак не могли от нее избавиться, прогнать ее, еле прогнали. Она потом пошла к соседям верещать. Вот такая вот рисовая начинка. Это острый, судя по цвету, красненький. Вот такой вот у нас мини-мукбанг. Уплетает за обе щеки. А внутри мясо. Совсем немножко говядины. Так, ну а я буду майонезный кушать. Что-то я никак не доберусь до тунца.
Я сегодня не сушила волосы. Что их сушить на такой жаре? Наконец-то тунец появился. Вкусно. Красиво тут, но уже не очень интересно, потому что мы тут миллион раз были. Хотелось какое-нибудь новое местечко посетить. Смотрите, какие цветочки. Ой, как хорошо, тенечек, хоть обдуло немножко ветром. Ух, жарко, конечно, жарко. Но сидеть дома еще жарче на самом деле. Тут хотя бы ветерочек обдует, а дома даже ветерочка нет. Кондиционер и вентилятор не спасают, они просто, знаете, горячий воздух гоняют по дому. Мы долго гулять не будем, потому что кошки нас ждут дома. Им тоже жарко. Мы все выключили. И они там жарятся, бедолаги. Ну, в спальне они улеглись. Там кондиционер работал, поэтому комната охладилась. Но это, понятное дело, временно. Вот очень красивое место для фотосессии. Я тут снимала в прошлом году, у меня есть видео, потому что это видео в движении будет не таким качественным. Если хотите поподробнее посмотреть этот парк, посмотрите прошлогоднее видео. Там красивые виды, все подробненько отснято, все крупным планом. А это так, формат прогулки. Подвяли цветочки от жары. Ой, этот вообще упал, бедолага. Посмотрите на него, и эти попадали. Все сыпется. Смотрите, какие розовые лепестки. Я сегодня в носках. Я в носках, потому что мы планировали зайти в один ресторанчик, куда без обуви заходят. И когда без обуви, то желательно в носках, потому что у меня уже был опыт без носков. Потом неприятно все, что там на полу к ногам липнет. И ты с этими ногами потом обратно в свою обувь лезешь. Не очень приятное занятие. Поэтому я сегодня в носках. Думала, мы пойдем в то место, но у нас сегодня планы изменились. Ой, такое жаркое место. Сейчас надо куда-нибудь в тень зайти. Смотрите, как печет, какой зной. Ой, обожаю. Ну, кстати, я не ною, я просто, знаете, констатирую факт. Я не ною, потому что, ну, это лето. Лето должно быть жарким. Это нормально. Лето жаркое, зима холодная. Осень дождливая. Хотя тут и летом бывает сезон дождей. Вот недавно только закончился. Но это, так скажем, первая часть, потому что если память мне не изменяет, то будет еще период такой дождливый в августе, наверное. Ну, сезон дождей очень трудно переживать здесь, потому что такое, знаете, уныние, дождь льет без конца. Причем такой, что из дома лучше не выбираться даже.
некоторые районы подтапливает. Ежегодно убытки тут какие-то случаются по этой причине у людей. Все, мы плетемся домой, точнее к машине. Я вся мокрая, как крыса. Фодо говорит, виноград увидел. Вот он, виноград. Вам видно? Вот она. Такая беседка вся окутанная. Виноградничек такой. И... Вот еще какая огромная гроздь. Ой, да тут не только виноград, тут еще что-то. Смотрите, что это такое? Ой. Вот, что это? Я сегодня без тонального крема пыталась проверить, насколько долго лицо продержится чистым. Ну, не липким, там, без излишней жирности. Хорошо умылась так с мылом. Мыло такое обычное, кусковое, с эфирным маслом лаванды. И вот я им умылась и ждала. Вот около 2 часов лицо продержалось, ну, практически в идеальном состоянии. Кожа была чистая, матовая, нежирная. С тоналкой быстрее пачкается. Видимо, на тональный крем быстрее налипает всякая пыль. Так что нормально, лайфхак работает. И кожа заодно отдохнет, когда и отдыхать, как не летом. Пусть отдыхает от тоналки. Губы чуть-чуть подкрашивала, но уже подсъелся тинт. Так, какие у нас планы? Ну, после перекуса уже мысли о еде нет. Хотя думали поесть что-нибудь, когда домой придем. Ой. Такой вот у нас прогулочный блок. Как ушатами запахло, каким-то навозиком. Видимо, навозиком удобряют здесь. Ну а что? Такое полезное органическое удобрение. Вот оно тут все и прет со страшной силой. Вся эта зелень. Знаете, какие мысли? Хочется посетить какой-нибудь из ближайших городов, совершить такое маленькое путешествие на поезде. Это и быстро достаточно, и недорого. Ну и что сидеть? Тут уже, ну все, ну вдоль и поперек мы все тут облазили, перелазили. В прошлом году начали, в этом году продолжили. Город небольшой, мы уже его вдоль и поперек прочесали. И также прилегающие к нему территории. Так что хочется какой-нибудь другой город посетить. Посмотреть, есть ли в соседних городах какие-нибудь достопримечательности интересные. Я переживаю по теме того, что к осени могут быть опять вот эти всякие запреты. И будем сидеть дома. В заперти. Не знаю, когда это все закончится. Но, как я уже говорила, по моим прогнозам, не скоро. Хорошо бы, если бы это не сбылось, но, скорее всего, сбудется. Так, это такая тенистая бамбуковая роща. Чувак. Чокобраун Чимбок. Всем привет, Чокобраун Чимбок. Это у нас новая шутка. Мы когда мы ездили в эту деревню, которая является достопримечательностью местной, мы немного, так сказать, подзагорели. Ну, кто-то немного, то есть я, а кто-то много подзагорел. И у него, у мужа теперь новое прозвище Чоко Браун. Потому что он действительно у нас как шоколадка теперь стал. Быстро на них ложится загар. Я была, конечно, вся красная. Но... Я пришла, приняла душ и все смылось более-менее. Шея, конечно, сильно погорела, была прям коричневая, но и та подсмылась на самом деле.
А с него ничего не смывается. Наоборот, он был такой слегка бежевый, а на утро вообще проснулся коричневый. Вот. Господи, язык уже заплетается. Ну это хорошо, знаете, как прям вес уходит? Прям уходит вес. Уходит, вес уходит. Субак. Субак, да, арбуз говорит. Субак. Субак. Очень. Я тебя люблю. Так что для поддержания спортивной формы это хорошо и для тренировки организма. Потому что я считаю, что если хочется сохранять организм в хорошем состоянии, с крепким иммунитетом и так далее, в хорошей физической форме себя сохранять, то тут главное, не знаете, не беречь себя, вот как некоторые думают, чем я больше себя буду беречь, тем я дольше прослужу. Нет. Нужно себя тренировать. Ну, конечно, все в меру. И я в этом плане придерживаюсь такой стратегии. То есть, если лето, это жарко, нужно стараться переносить его максимально естественно, да, то есть привыкать к жаре. Когда я одна дома, я включаю только один вентилятор, и нормально мне, люди идут. Сейчас пройдем мимо. У нас масочный режим по-прежнему же. Мы, конечно, пытаемся время от времени подышать, чтобы не помереть. Но все-таки общественный порядок стараемся не нарушать. Масочный режим, дистанция. Сбор разрешен не более 8 человек. Ну, в принципе, нормальный лимит. Кто такими толпами-то собирается? Сейчас у многих друзей в таком количестве нет, знаете, чтобы 8 человек собрать. Так что это нормально. Но тут это проблематично в том плане, что у многих большие семьи, и семьи любят встречаться по разным поводам, и без повода в том числе. А это всегда больше, чем 8 человек. Поэтому для корейцев это немножко огорчительно. Ну а так вполне неплохо. Прошлой осенью этот парк был закрыт, когда я только приехала. Я успела его посетить, потом осенью его уже закрыли. Из-за, сами знаете, чего. Сейчас открыт пока. Никаких таких вот супер жестких ограничений нет. Хотя вакцинация идет. Коды тоже какие-то выдают. Приходило недавно оповещение, что если вы сделали прививочку, вы можете получить код. Зарегистрироваться так-то и так-то. Но мы не делали. И не будем торопиться. Ну, как бы. У нас в этом плане достаточно спокойная обстановка. Ну, в нашем городе очень низкая заболеваемость. Ну, типа там, знаете, 1-2 человека. Вот такая вот ситуация. Поэтому бежать, ломиться, зачем-то нагружать лишний раз иммунитет, особого смысла я не вижу. Тренировать иммунитет. Что его тренировать, господи? У кого он есть, у того он есть. У кого его нету, тот и не только болезнь плохо перенесет, но и прививку. Это мое мнение. То есть, если у вас действительно ослабленный иммунитет, прививка вас может чуть ли не в могилу свести. А если он у вас крепкий, то вам ничего особо не помешает. Так, мы добрались до машины, мы поехали домой. Пока отключаюсь. Сейчас приедем, проверим, как наши ребятушки там поживают. Боже, посмотрите, я реально мокрая. Я же говорила, зачем волосы-то сушить. Не сушила и не буду. Все равно же мокрая по итогу.